Мне вообще то, что происходит с Олимпиадой, очень сильно не нравится. И вот тот фурор, фужер, который был с самого начала, когда мы неожиданно выиграли для себя проведение зимней Олимпиады в субтропиках, он меня очень сильно удивил. Ну да, мы, наверное, докажем всему миру, либо сами докажем, либо сумеем подкупить тех людей, которые будут высказываться за то, чтобы все происходило замечательно на этой Олимпиаде. Хотя я точно знаю, что режим жизни, нормальной жизни, которая была в той же Красной Поляне и окрестностях, он сильно нарушен. Например, там перерезали всех зачем-то, всех свиней и коз, которые были, и коров, которые были, ну, основы жизнедеятельности тех людей. И, в общем-то, народ не очень сильно доволен тем, что происходит. И вообще еще непонятно совершенно, чем закончатся все вот эти вот вмешательства в природу, которые там происходили, в эти всякие самшитовые рощи, въезды. Не говоря уже о том, что какие-то совершенно безумные бюджеты растрачены были на постройку Олимпиады, а потом мы всем миром спасаем Дальний Восток. Понимаете, мне это очень все странно, и как гражданину Москвы меня очень сильно раздражала вся вот эта вот история, которая с олимпийским огнем, который несут то в одном месте Москвы, то в другом, и в итоге никто никуда не может проехать, и это, по-моему, еще страшнее, чем мигалки, с которым борется вся страна.